Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая игра. Я даже не знаю, как объяснить, что это вообще за игра, но сейчас вы все увидите сами. Это история о поиске своего места в мире, который даже не заметит твоего отсутствия. Нажимаем пропустить. В общем, это Trip, это MLG, это бредовая игра с бредовым сюжетом, с непонятными звуковыми эффектами. Я не знаю, что здесь в этой игре происходит, но мы управляем этим персонажем Давидом. В общем, не суть. Сейчас вы видите это всю игру тасать без каких-либо звуковых эффектов. Только мой голос слышите и видите эту картину. И сами не понимаете, что здесь происходит. Но как только я добавлю звуковые эффекты, вы все поймете сами, что это вообще за игра. Я не знаю, как вам еще объяснить, что это вообще такое, но это вообще. Так, желтые бонусы со светящихся врагов увеличивают скорость. Чего, плазма нонов? Че все трясется, блин, а? Ну да, это же бредовая игра, это же трип, это MLG, это стиль 90-х, 80-х, это раннер, я не знаю еще как вам объяснить, но ссылочка на эту игру будет в описании. Также, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Во, видали, меня аж самого кумарит от этой игры, ну ладно, не суть. Так, ну мы стреляем, да, наш Давид стреляет, и как видите, у него уже глаза красные, так как он потихонечку типа умирает, теперь он мумия, и сейчас он вроде умрет. Ну ладно, пусть он умирает, а потом мы еще с вами сыграем со звуковыми эффектами, и вы все поймете сами, что это вообще за игра и о чем я вам говорю. Так, здесь у нас СТП. Давиду перегородила путь огромная осадная пирамида. Да, я вижу. СТП. Огромные размеры пирамиды не испугали Давида, и он ринулся в бой. Чё? Не я на такое не подписывался. О, видали, какие у нас, ребята, диалоги? Чё, как? И вот так. Да, также собираем попкорны. О, ё-моё. Поздравляем, вы умерли. Нашел чем поздравлять. У вас есть последнее желание купить жизнь, посмотреть видео, либо же нет. Мы нажмем нет, нажмем выйти отсюда. И сейчас мы сыграем сами со звуковыми эффектами. Также у нас есть горшки какие-то, карты, лаборатория, где мы здесь будем, наверное, что-то улучшать. Топ, настройки есть у нас. Ё-моё, что еще у нас есть? Так, выйти. Куда я нажал? Красиво. Графика у нас красивая. Можно поставить быстро. Если у вас телефон, например, слабый, есть различные карты. Вот, посмотрите, что у нас здесь еще есть. Горшки какие-то непонятные. Это там, это то, точнее, где находится наш персонаж. Топ, это что? Это, ну, это понятно, это же топ. Это лучшие игроки. Все, уходи, все. Все. Нажимаем на play, добавляю звук, ребята, слушайте и удивляйтесь, что это вообще за игра. Thank you.
Короче, ребята, я вообще не знаю, что это вообще такое, но ссылочка будет в описании, ребята. Качайте, не забывайте мои просьбы. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока.